Здравствуйте, я Светлана Злобина. Жду вас на Первом городском ровно в 20:30, чтобы рассказать о том, каким был сегодняшний день в Череповце. Вот что подготовили для вас наши журналисты. Новое кладбище и ритуальный дом появятся в Череповце. А пока старые места захоронений расширяются и облагораживаются, готовясь к зиме. На инспекцию по старым кладбищам вместе с мэром города Юрием Кузиным отправилась и наша съемочная группа. Деньги от платных услуг в поликлиниках и больницах должны использоваться на развитие учреждения, а не только на повышение зарплат врачам и бухгалтерам, так считают областные депутаты. Предварительно они провели проверку в 3 медучреждениях области и теперь предлагают разработать особый документ. Подробнее в новостях. Некоторые участки федеральных трасс в России не собираются чистить зимой от снега. Такую информацию со ссылкой на Росавтодор обнародовали сегодня федеральные СМИ. Коснется ли это Вологодской области, узнаем на Первом городском. Все это и многое другое мы расскажем вам в вечерних новостях. Ровно в 20:30 на Первом городском. Не пропустите, будьте в курсе.